Экс-руководители Ростовской области присоединились к празднованию юбилея. Для них был организован праздничный прием. Благодарность от действующего губернатора принимали секретари комитетов КПСС Леонид Иванченко, Борис Головец и Николай Пивоваров. Та работа, которую вы посвятили жизнь, принесла зримые и очень заметные плоды. Вы оставили каждый на своем месте крепкий фундамент, на основе которого строится дальнейшее поступательное развитие Ростовской области. Спасибо вам за это. Первый губернатор области Владимир Чуб выступил с ответным словом. Он попросил прощения у всех, кого обидел за время своего руководства. Экс-глава отметил, область преуспевает и развивается сейчас благодаря работе как его сторонников, так и оппонентов в прошлом. Это очень непростые времена. Выйти там на обычные 6 миллионов зерна, выйти там на определенный индекс роста промышленности. Я добавлю, гости вечера поблагодарили Василия Голубева за организацию встречи.